Мы сейчас находимся в Калужской области в середине зимы, хотя на самом деле уже скоро весна, минус 20 на улице, плюс 24 в теплице. Я приглашаю вас посетить нашу теплицу и посмотреть, какие мы. Ну, во-первых, мы очень инновационный комбинат, и мы сразу решили, что мы пойдем со светодиодами. Когда мы это решение приняли, начали проводить тендер. Приезжали российские компании, корейские компании, китайские компании, приехал Philips. И все, кроме Philips, предлагали нам только лампы. Philips предложил лампы и агросопровождение. И это нас подкупило, и мы выбрали Philips. Тот специалист, который работает с нами, он реально нам помогает. Он помогает и делать установки климата, и выставлять поливы, и влияние на солнце, и все остальное. И мы видим уже результат, и нам это нравится. Плоды наливаются, плоды краснеют, значит, свет делает то, что он должен делать. Свет поставлен в то место, где он нужен, нижний лист поглощает свет сверху. И у нас получается равномерное рассеивание света по всему растению. В этой теплице установлен диодная досветка с красным и белым спектром. Белый спектр дает возможность работать и ночью, и видеть цвета, так как мы их привычно и видим. Эта досветка почти в два раза эффективнее привычной натриевой досветки, которые сейчас используют в России в теплице. Важно соблюдать вегетативно-генеративный баланс и вовремя делать все работы, нормировать, чтобы мы дали плоду столько энергии, сколько надо, чтобы мы получили плод нужного размера. И для этого Philips помогает своим клиентам, специалистами по выращиванию культур, которые могут вам помочь вырастить культуру такая, какая она должна выглядеть. Что касается инвестиций, безусловно, инвестиции в светодиоды очень большие, они гораздо больше, чем в обычные традиционные лампы. Но мы когда считали окупаемость инвестиций, мы считали не только через экономию электроэнергии, но и через прирост урожайности. И у нас получилось, что это добавит там 2,5-3 года, что стало для нас приемлемым. Да, светодиоды – это другая технология, то есть натриевые лампы они нагревают, а светодиоды нет. Нужна другая стратегия полива, нужна другая стратегия включения света, открывания там штор, всего остального. И в этом нам очень сильно помогает Philips.